сыграли запланированный спарринг, воспользовались этой паузой между сборными, поэтому, скажем, победа. Вот. Единственное, что посмотрим, какую травму, какой степени травма у Прановича, конечно, на ровном месте. Ну а так, подтянули еще из детского сада ясли, чтобы попробовали, что это такое. Ну и было интересно то, что я сказал на разминке, на установке, извиняюсь, чтобы ребята сравнили себя с, все-таки это сборная У-20. Поэтому то, что надо, я увидел. Сравнили все, и те, которые подтянулись молодые, и те, которые, скажем, номинально сегодня являются вторыми номерами, условными. Поэтому хороший информативный спарринг. Вот. У нас в этой сборной были вызваны двое. Это Родион Печура, у которого сегодня день рождения, кстати, и хочу его от всей команды тренерского штаба поздравить. Вот. И Тимофей Мартынов. Ну, было совместное решение принято с тренерским штабом сборной У-20. Его пока не задействовать, так как у него есть микроповреждения. Изобилия голевых моментов не было. Но это, скажем, игра... Она информативна в том плане, что некоторые люди сегодня вообще первый раз вышли, попробовали, что это такое. Поэтому не будем сильно заострять внимание на, скажем, этом спарринге, на качестве этого спарринга, вот, а заострим внимание на результате.